Отец Тимофей, я вас попрошу тишины, являясь смирно. Больше мне ничего не надо. Гармением начали делать. Rusiya Federasiyasında hərbi səfərbərlik davam etməkdədir. Əyalətlərdən birinin hərbi komissarlığının qarşısında səfərbər edilənləri cəbhəyə yola salınması mərasimi zamanı administrasiya rəhbəri çağırışçılar qarşısında çıxış etmək istəyib. Çıxışa başlayan kimi kütləvi narazılıqlar ifadə edilib. Çağırışçılardan kimisi ağlaya-ağlaya, kimisi də içkili vəziyyətdə getmək istəmədiklərini, sadəcə olaraq döyüşə ətlik kimi göndərildiklərini bildiriblər. Родственники, по любому обращению, в администрацию можно, обращаться с учетом всех пожеланий, которые нужны дома, или для солдат, которые будут вести подготовку для отправки. Им объясните, вот, сука, родители моим объясните, подождите секунду, вот, сука, вот, брат, подождите секунду, я чё, блядь, его дети, у меня сын, самое главное, любите друг друга, помогайте, чтобы было взаимодействие, те, кто имеет другой опыт, помогали своим братьям. Сейчас, пожалуйста, вольно. Сумки можно погрузить в газель, сами приземлите. Вы говорите, 5 минут на прощание с родственниками и погрузка в белый автобус в базе. Вольно разойтись. Конечно, разойдемся. А я не прошу тебя, отец Тимофей, вы устали. Вы глава, сука, района. Вы глава. Вы ничего не можете. Для чего вы забираете? Для чего? Убивать будут. Нас убивать будут.